Нерюнгринский район посетили прославленные чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения, чьи имена вошли в историю мирового спорта. При поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко гости провели региональную акцию «Кубок Великая Россия. Спортивная держава». В течение 4 дней делегация посетила спортивные и образовательные учреждения города, встретилась с молодежью и спортсменами района. Подробности встречи у наших корреспондентов. Визит таких гостей – подарок Нерюнгринскому району от Российского союза спортсменов. С 2013 года в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России» чемпионы посетили уже 50 регионов. Нерюнгрин – город, который вся наша делегация посещает впервые. Нам очень приятно, что в таком небольшом городе только много спортивных объектов. В Нерюнгри делегация олимпийцев встретилась со спортивным руководством и главами поселений района, посетила республиканский турнир по параолимпийским видам спорта, пообщалась со спортсменами с нарушением опорно-двигательного аппарата. Легенды побывали на тренировках различных спортивных школ района, вручили работникам сферы физической культуры и спорта почетные грамоты и памятные медали за большой личный вклад в развитие спорта для детей и юношества, за активное участие в продвижении здорового образа жизни. Диалог получился достаточно конструктивным. Мы договорились о возможности сотрудничества, о возможности продвижения. Мы хотим расширять нашу географию спортивную, ну и, конечно, достигать высоких результатов. Большую часть программы визита олимпийцев в район заняли встречи со школьниками, студентами, воспитанниками детской и юношеских спортивных школ. Олимпийцы рассказали о своей спортивной карьере, поделились воспоминаниями о самых ярких победах, подчеркнули важность здорового образа жизни. Встречи проходили в формате «вопрос-ответ», и у школьников оказалось немало вопросов. Такая акция призвана поддержать развитие массового детского спорта. Олимпийские легенды старались вдохновить молодежь на новые спортивные достижения, привлечь их внимание к занятиям физкультурой и спортом. Живое общение с олимпийцами, тот заряд эмоций, который получили дети, возможно предопределить чью-то спортивную судьбу в будущем. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.